Беспрецедентный случай, говорят, указывая рожу сына наглеца. Их пожалели раз, теперь несут подряд. Повырубят весь молодняк в лесах. А было раз, всего лишь только раз, пруд подарил любезному папаше, чтоб отпрыска учил, он сын, а не сураз. Теперь той отраслю по двум холмам и пашут. Успех был очевиден, зрим, виден. Не только матери, соседям, но и в школе. Конечно, первопуткам и обидел, но это только раз, всего лишь раз, не более. Теперь, как шелковый на тонкой паутинке, придет и ткет, и научился шить. А с послушанием и спит почти в обнимку. За леску ту тяну, нам вместе с сыном жить. Премудренный и строгий Соломон нас учит тратиться на розги, не жалея, иначе дом наполнит только стон. Пронаркоманит отрок и рукава жилетки. Собачился, куражился с отцом, и слезы матери не ставил и в копейку. Теперь впервые в доме ночью сон. Мудрец нас научил: дитяти, не жалейте. То дерево благословений полно, творится правда от ветвей плодов. Кропит пусть небо дерево в околке, создателю хвалу день-ночь курить готов. Теперь я внуков привожу сюда, экскурсию к развесистой березе. Пропарка помогла, и схлынула беда, уже насевшая на отрока серьезно. Мы прецедент создать и не старались, с молитвой и без грева к Библии склонились. Не тело даже, только нижний ракурс, и не извели на все Христову милость. 13 ноября 2005 года.